оканчивается единством со Христом. Крест – это Голгофа, крест – это нелегко. Но воскресение, которое даровал нам Христос, оно неизмеримо велико и важно для каждого из нас. И именно ради этого, ради того, чтобы иметь вечную жизнь и единство со Христом, мы во Христа крестились и во Христа облеклись. Аминь. С праздником вас! Поздравляю всем крепости, сил духовных. И помните, где бы вы ни были, всегда с вами Христос и крестная сила. И даже когда сподвижников срывали крест, то этого креста они не могли взять. И креста, который в нашем сердце, в нашей душе никто у нас не отнимет. Он нас сохранит. Он сохранит и наших родных и близких. Аминь. Причастники, выслушайте благодарственную молитву. Слава тебе, Господи, слава тебе, Господи, слава тебе. Благодарю тебя, Господи, Боже мой, яко не отринул меня си грешного, но общниками быть и святым Твоим сподобилось, и благодарю тебя, яко мне недостойно, как участитесь, обречистый в этой небесной, дорогу сподобилось, и молодых, по человеку душе,